Друзья, добрый день! Вы на канале Boston Auto, и сегодня у нас на обзоре кранового манипулятора Mitsubishi Fuso. Автомобиль 99 года выпуска с пробегом 203 тысячи километров. Салон в хорошем состоянии, есть спальник, техника праворульная. Техника находится в прекрасном рабочем состоянии, двигатель и коробка работают без нареканий. Установлена пневмата данного супер эпох 360, грузоподъемность 3 тонны, вес 10 кг. Длина кузова 5,6 метров, ширина составляет 2,10. Данная техника находится в продаже. Приезжайте, смотрите, приобретайте. Автомобиль можно приобрести как за наличный, так и безналичный расчет. Ждем вас в Boston Auto.